Отправила на улицу гулять. Купила косточки, такие, как типа жилы. Ну, знаешь, удавать нельзя. Но они все равно еще сильно не грызут, поэтому такие большие взяла специально, чтобы они не могли их прогрызть. Чтобы им интересно было играть. Увлеклись, не хотят выходить. Еще одна косточка лежит. Походу, со мной интереснее играть. Иди сюда. Где? Так, пока на паузу поставлю. Отобрал. А уже все отвлеклись на игрушку. Вот увидел, что косточка. С ним мамаша сопрет Костю-то. А это Паша. Паша не заберет. Мама все игрушки повытаскивала на улицу через сетку. Все будки там у них своя тусня. Отец в шоке. Какие дети у него родились. Мамаша даже не подходит. Пошел гулять. Выходит. Прыгать сейчас будет с будки. А, деревяшка вкуснее, чем прыжок. Подкоп делает. Ходит, ходит. Назад их позвать. Так хорошо к ним относится, мамаша не дает им подходить. Охраняет их еще. Это они уже сами загрызут. Мне даже заходить страшно. Сразу. Кусаются. Они тоже, конечно, кусаются. Там прям капец. Играть начинают. Не очень удобно. Они, конечно, может, если тоже вытащит косточку, конечно. Сидит. Чай. Пошла забирать. Энергии у них, конечно, очень много. Кошмар, они копят. За ночь очень много накапливается. Ладно, пока пауза. Маман пришла. Я знаю, зачем она пришла. Чтобы они когда будут с косточкой подходить к сетке, чтобы у них отжать. Все игрушки повытаскивала, так, которые были уже. Не знаю, с чем давать. Когда запускаем ее к ним, то все игрушки убираются. Ломает, рвет. Потом только одни вот нитки-то все она была. То все нитки-то она... Все игрушки развязала. Держу косточку. Уже не нужна. Пошли к сетке. Должно быть подойти к ним.
побег. За хвост схватил, не отпускает. Блин, такой тянул, ну, конечно, очень удобно это снимать. Уже. Косточка не нужна. Уже драки пошли. Игрушка не нужна. Они когда гуляют, вот если погода хорошая, так прям хорошо, но тут небо чуть-чуть голубое. Но сегодня обещают так, что будет облачно. Солнышко не сильно обещает. Он ходит. Вот сейчас будет игрушку не пытаться забрать. Вот уже пытается забрать. Вот сволочь такая. Я вижу все. Тут. Угу. Иди гуляй отсюда. Хитрая. Так. Сейчас я выкину на улицу. Что вы уморились? А? Уморились вы? Даже не поели ничего. Что вы, Соньки? Такая теплая на улице, вы спите. Даже не... Так, же с кормкой вернемся. Такие горячие. Где ваши игрушки? Ну? Где игрушки ваши? Он идет, кушает. Иди тоже кушай. Иди кушай, кушай с ним вместе. Дерутся. Никаких развлечений нету больше, только подраться. Да, правда? Вот только разница по высоте у них. Сейчас все станет ровно. Сантиметров 10, наверное. У меня уже сил не хватает. Он даже так щипает его, а потом у него такие эти. Прям коросты. Правда? Правда? Лектор. Можете нормально общаться, с игрушкой поиграть. Вот так вот они и живут. Вон опять пошли спать. Да? Домой уже хотите? Сейчас будем на работу уже собираться и вас уже занесем. У нас прям небо прям сегодня голубое-голубое. Прям красивое. Он такой красивый цвет. Да? Красивый цвет? Что, все, уже с 7 утра гулять уже устали? Ну да, уже 9:30. О, какая у них любовь. Да? Он все, кушается. Ну, что, погрыз, конечно. Да, красавчик? Да ладно. Пошли мы собираться, потом занесем.